Всем привет, мои хорошие, с вами я, Светлана Ата. Сегодня думала, не буду снимать видео, но никак не получается, потому что вот встала, да, вчера моя одна подписчица в Инстаграме прислала видео, маску. Мне так понравилось, я решила ее испробовать. А из чего она состоит? Из двух таблеток аспирина и яичного белка. Я просто взяла и взбила. Сейчас буду наносить эту маску. И потом разговаривать нельзя, 20 минут ее надо. Я вам потом все это объясню. Просто мне интересно испробовать на себе и рассказать это вам. А рецепт этот от турецкой женщины, турчаночки. И мне понравился очень ее эффект, когда я увидела на экране. Поэтому, ну что, приступаем. Вы же просите меня делиться с... что я нанесла эту маску, значит, мои хорошие, наносится она очень легко. Посмотрим эффект, потому что я аллергичная, ну, короче, посмотрим, как и что. В принципе, аспирин, ничего страшного нет. Вот это должно подсохнуть и наносить второй слой, потом и руки, и все мазать. Так что поэтому я вот руками начала мазать, чтобы не пачкать себе. О, видите? Посмотрим эффект, да? Ну все, я потом не буду говорить, я только буду показывать. Кстати, это маска с эффектом ботекса. Маска не высохла. Я хочу сказать, что я помыла дно. Вы знаете, что в том видео я тоже заметила. Кофе пью. Извиняюсь, я сама не заметила, потому что я эту чашку вытащила с машинки и не заметила, что там был это, налет от хлорки. Все, говорить не могу, останавливаюсь. Через 10 минут после того, как первый слой высох, наносим повторно второй слой маски, обильно-обильно и даже на руки. Видите, так обильно я смазала. Прошло 30 минут после нанесения маски. Сейчас она подсохла у меня. Я даже не могу разговаривать, так все стянуло. И я пошла ее смывать. Так, ну что, я в ванной. И сейчас приступаю к смытию маски. Эта маска обладает еще и очищающим эффектом. То есть ее можно использовать как скраб. А потом тщательно смойте маску водой. Так, ну посмотрите на мой эффект. Вы видите? Вы видите, мои хорошие? Сейчас душ приму и нанесу крем. С массажиком. Как вы думаете? Есть улучшение? Супер! Пользуйтесь этой маской, девчонки, ведь турчаночки же они не глупые женщины. Посмотрите, мои хорошие, на этот эффект. Вы видите? Поближе поднесу. Вот у меня здесь очень много морщинок. Сейчас я вместе с вами буду наносить крем, потому что кожа сухая, очень сухая, и прямо требует прямо питания. Я вот пользуюсь вот сывороткой, первый раз в жизни я купила такое для себя. Ну, посмотрела у кого-то там с блогером, что нужно наш возраст уже пользоваться. Это от Нетрожена фирма. Решила попробовать, как и что. И, как я знаю, ее нужно наносить вместе с кремом. Вот просто делаю такие движения. Легким движением руки. Так, и вот такой вот крем сейчас от Yves Rocher. Вот, от Yves Rocher. Видите? Пробник мне, да, подарили. Подарок. Когда я купила там шампунь. Кстати, надо заказать сейчас по интернету. Никак не могу сесть, вот именно заняться покупками. Когда сидишь по интернету, заказываешь, очень много времени уходит. Посмотрите, сейчас вместе с вами буду делать массаж
я вам обещала как-то показать. Думаю, многие девушки хотят, да? В общем, мы берем пальчики, сначала вот так вот размазываем по всей, вместе с кремом смазываем сыворотку. Вокруг глаз, все, чтобы кожа насытилась пока. И нашу шейку, шейка моя ожила, я никогда не делала таких процедур. Видите, аж побелела, друзья мои, какая, оказывается, я грязная была, белела. Так, и теперь, вот вы размазали все, теперь начинаем мы с нижней части лица, вот шеечку, отсюда, отсюда. Массаж в течение 10 минут, но 10 минут не буду вам показывать, я только покажу основные элементы, которые надо, и начинаем. Две ручки, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 30 раз. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, пошли теперь по контуру лица. Сделали, и вот как мы печатаем на компьютере. 10 движений вот такими направлениями. Вот смотрите. Вы поняли? Раз. Потом отсюда сюда к вискам. Потом отсюда сюда. Вот здесь надо наоборот. В общем, вы делаете такие сложные. Потом такие движения надо. Вокруг глаз надо вот пальчиками взять только вот. И вот так вот, вот. 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь. Как, знаете, вбиваем. Вот это моя хорошая подписчица. Меня научила, дай Бог ей здоровья, уже сегодня 7-8 день, как я делаю, 6, 7, 8, 9, 10. Вот я покажу просто начальные, потом, потом по каким направлениям. Вот здесь вот смотрите, от носа надо вот сюда. Вот сюда идти. Понятно? Теперь переходим к лбу. Линии вот так вот нужно. Я неправильно тоже мазала, я вот так мазала. Крем всегда делала, а нужно вот. Двумя ручками, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, прямо стучите, 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 сильно, сильно, сильно. В общем, вот такой, вот первое, потом спиральные по кругу, десять, и также, ну, тут не обязательно сейчас, тут так. Много места нет, а на маме носики маленького. И также здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Раз, два, три, четыре, пять, восемь, девять, десять. И обратно по 10 раз вот так пальчиками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Раз, два, три, четыре. Вот и все, массаж. Вы поняли? Сначала делаем, значит, прямые, потом спиральной, и потом в конце... Это похлопывание. Заканчиваем это. В общем, по каждому по 10 и выходит 10 минут. Все, пока-пока. Ашкам встал, надо идти готовить завтрак. Я успела сделать свои процедуры. Пока-пока. Сегодня на вечер решила себе сделать рецепт из правильного питания. Смотрите, как красиво он выглядит. Специально для вас достала. Морковка, брокколи, цветная капуста. Я это заранее отварила их чуть-чуть в подсольной воде. Сложила, ну, морковку не отваривала, всю в сыром виде. Выложила вот на такой противень блюдо и залила все яйцами. Соль, перец, там чуть-чуть сделала маслица. Вот оно у меня... Здесь вот так вот печется. Здесь у меня разогревается моя гречка. Здесь я также пожарила сосиски. Мужу я нажарила картошки и будет кушать суп с тефтелями. Посмотрите, как все это выглядит красиво, мои хорошие. С йогуртом вместе сделала. Ой, супер! Приятного всем аппетита! Мои подписчицы научили меня, как надо... сохранять корки. Вот заранее я их всех порезала, но это я спрячу не для цедры, а для чая. Грейпфрукт последний, потому что уже на базаре не было. И апельсин сейчас я выжимаю. А посмотрите, что Ашкым сейчас принес мне.
5 штук таких и 5 штук маленьких. И все это они стоят 25 лир. Представляете? Как раз у меня осталось вот эти вот маленькие цветочки, пересажу в эти. Вы любите мороженое? Вот Ашкин сейчас принес мне тоже мороженое. Моя слабость — мороженое. Обожаю его. Вот он сделал кое-какие покупочки, потому что сейчас начинается Рамазан, начинается. Сказали, 4 дня нельзя выходить вообще из дома. Вот он, овощи у нас есть. Пошел, закупил, вот взял 2 печени, взял еще такие сосиски. Взял мне вот, посмотрите, лор-пейнир, творог. Годный он, значит, до 6 числа. Но вот я не пойму, он жирный или какой. Может, здесь написано, кахвалтык бюрек, а, для бурека на завтрак. Ага, ас, немножко жирный. Ну, в общем, взял вот такую курочку. Сейчас я ее потом разделаю. Взял для посудомоечной машины. Взял фанту, йогурт взял. Тут 3 литра. И взял, значит, манты. Говорит, будешь суп варить. И все это на 100 лир. 96,40,22. И еще отдельно 25 лир он заплатил за эти горшочки. Мне кажется, нормально. Не так ли, скажите? Самое дорогое здесь, значит, йогурт 13 лир, манты 12 лир и курица 20 лир. Здесь 2 кило почти, кило 880. Вот. Кило 880. Вот просто покажу вам, потому что спрашиваете, сколько что стоит. Лор-пейнир стоит, творог стоит 7,45. Кстати, вот эта вот, я думала, дорогая, она стоит 3,25. Значит, сосиски 5,95. Вот это вот колбаска из говядины стоит 7,95. Фанта у нас стоит 5,25. Тут сколько? 2 литра, наверное. 1,75 литра. Так, дальше пошли. Это печень куриная. Одна штука стоит, значит, упаковка 5,26. Мне кажется, нормально. А вторая 5,19. Йогурт 12,98. Ну, пакеты по 50 копеек, 2 штуки. И мороженое по 2 лара. А вот этот... А это мороженое... Стоит 4 лиры, то есть лиры. Я все путаю с грузинскими ларами. В общем, вот такие вот покупочки. Все, по-моему, показала вам. Спонсор моего канала — онлайн-платформа Gigos. Подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата.